Стоимость здесь более чем приятная. Всего 99 тысяч бат, это примерно 3000 долларов за квадратный метр. Пакет мебели застройщик дарит своим покупателям. Всего за пару месяцев от старта продаж продана половина квартир. Учитывая низкую инфляцию в Таиланде, такие вложения становятся очень привлекательными. Здравствуйте, меня зовут Теплякова Елена, я эксперт по недвижимости компании Phuket Buy House. Сегодня я приехала делать видеообзор нового эксклюзивного проекта, который будет построен в самой востребованной части района Бангтао. Только просто увидев дизайн этого комплекса, можно убедиться, что этот проект однозначно будет выделяться из общего ряда предложений богатого рынка недвижимости Пхукета. Но кроме уникального дизайна, у нового кондоминиума Solo Mio также немало преимуществ. Во-первых, очень удачное расположение. 150 метрах пляж Бангтао. В пару минут ходьбы пляжный клуб мирового класса Catch Club. И сейчас я здесь нахожусь. Также отсюда на небольшом расстоянии к северу находится широкий ассортимент люксовых отелей Лагуны, славящийся своими изысканными ресторанами, спа-центрами, полями для гольфа. И в ближайшее время в районе будет построен аквапарк мирового уровня Blue Trip Phuket. Международная больница и новейший торгово-развлекательный центр Port de Phuket, открытие которого Central Group анонсировал на 2019 год. Короче, скучать здесь не придется. Каждый в этом районе найдет для себя развлечение. Я думаю, кто сейчас нас смотрит, скорее всего, уже был в Таиланде и понимает, что из себя представляет большинство улочек. Все, конечно, прекрасно. Моречка, магазинчики, массажи на каждом шагу, кафешки. Но все-таки это Азия. Атмосфера, которая чувствуется и на самом деле не всем по душе. Тут же все по-другому. Жизнь более размеренная, рестораны более изысканные, обслуживание лучше. Все, скажем так, более европеизировано. Сюда прилетают отдыхать звезды. Не знаю, образно говоря, Барвиха острова, что ли? Ну что, ладно, вернемся к кондоминиуму. Кроме необычного архитектурного дизайна, я сразу также обратила внимание на то, что он небольшой по масштабам, бутиковый. И это на самом деле плюс. Я не люблю большие муравейники, на мой взгляд, они менее комфортные для жизни. А здесь всего 124 квартиры, а значит будет меньше соседей и меньше шума. В последнее время все больше людей приходит на правильное питание, спорт. В общем, все больше людей становится за здоровый образ жизни. И это круто. Этот факт также учел застройщик. Для отдыхающих в Solo Mio будет предложена специальная программа омоложения и борьбы с возрастными изменениями, включающая эстетическую медицину, медитацию, йогу, традиционную сауну, криосауну, массажи различные, услуги диетологов и индивидуальные программы здорового питания. Скажем так, санаторий по-нашему, только в тропиках и у моря, а не в Бару. Что еще будет включать этот шикарный круизный лайнер? На верхней палубе, точнее на крыше, расположились плавательный бассейн, терраса для принятия солнечных ванн, и также на крыше отведено место для спортивно-оздоровительного центра, бара и ресторана, из которых открываются панорамные шикарные виды на море. На первом этаже, помимо большой парковки, запланированы лобби и ресепшн. А теперь посмотрим шоурум, квартиру-образец. Современная компактная кухня снабжена всем необходимым оборудованием для приготовления еды на небольшую компанию. Есть холодильник, микроволновая печь, вытяжка, плита и небольшая раковина с удобным выдвижным краном. И огромное количество шкафов, полок для хранения. Заходим в ванную комнату. Она очень просторная, светлая, ничего лишнего. Все продумано до мелочей. На самом деле мне очень нравится. Обратите внимание, очень большая душевая кабина. Здесь вместится человека 3, наверное, 4 точно. Апартаменты едины по стилю. Застройщику удалось сохранить атмосферу современного круизного лайнера. И мне нравится, что шкаф с зеркальными дверьми, во-первых, это зрительно увеличивает пространство, во-вторых, шкаф будет отражать прекрасные пейзажи из окна. Ну и для нас, женщин, это неотъемлемое преимущество – иметь зеркало в полный рост.
На самом деле я не вижу здесь никаких недостатков. Все гармонично, светло. Мне нравятся здесь теплые оттенки, они создают уют. Сделано все со вкусом, продумано. Без лишней вычурности, планировка очень удобная. Все на своем месте, ничего на проходе не стоит, не мешается. А как вам такой круизный номер? Хотели бы здесь пожить? Переходим теперь к самому интересному – стоимости. Стоимость здесь более чем приятная. Всего 99 тысяч бат – это примерно 3 тысячи долларов за квадратный метр. На самом деле сейчас новые и менее интересные предложения на рынке недвижимости Пхукета прилично так дороже по стоимости. Но, соответственно, продаются медленнее. А в Соле Мио всего за пару месяцев от старта продаж продана половина квартир. Я никогда не тороплю клиентов с решением. Оно должно быть всегда взвешенным и обдуманным. Но если вам понравился этот комплекс и действительно, скажем так, запал в душу, то не медлите, свяжитесь со мной. Я предоставлю вам всю подробную информацию. Образец контракта, расскажу про застройщика, про его завершенные проекты, график платежей. Зарезервировать квартиру вы можете даже не прилетая сюда, если у вас нет возможности в ближайшее время. Я вам подробно расскажу поэтапно всю процедуру заочной покупки. Конечно, покупать, когда ты не видишь, не всегда легко. А когда зашел в готовую квартиру, почувствовал атмосферу, увидел вид из окна, это намного проще, но в этом случае вам придется приплатить. Но покупая квартиру на этапе проекта, можно получить довольно интересную цену. Огромным преимуществом покупки или резервации квартиры на данном этапе является то, что пакет мебели застройщик дарит своим покупателям. Покупка недвижимости на стадии застройки является однозначно выгодным решением при грамотном выборе девелопера. Покупатель получает самое свежее, самое современное жилье с существенным дисконтом относительно цен на момент сдачи в эксплуатацию. Учитывая низкую инфляцию в Таиланде, такие вложения становятся очень привлекательными. Я благодарю всех, кто смотрит наш канал, и я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы о недвижимости Пхукета. Мои контакты будут в описании. Подписывайтесь прямо сейчас на наш канал и оставляйте лайки. Оставляйте также свои комментарии. Нам очень важно ваше мнение. А я желаю всем прекрасного настроения и до скорых встреч. Пока-пока.